Господу помолимся. Благослови, Господи, плод сей лозный, новый, иже благорастворением воздушным, и каплями дождевными, и тишиною временной, сей зрелище прийти час благословивый, да будет в нас от того рождения лозного причащающихся веселье, и приносите Тебе дар в очищении грехов священным, и святым телом Христа Твоего, с ним же благословенный си, со пресвятым благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Владыка Господи, Боже наш, Твоя, Твоих, приносите Тебе предложенное кому же повелевые и вечных Твоих благ, воздаяние сим даруй, и же вдовы по силе приношения благоугодно, приемы и прими, и ныне принесенное от рабов Твоих сих, где предстоящих, молящихся и вечных Твоих сокровищах, возложитеся сим с подобие, даруй им и мирских Твоих благ, обильное восприятие со всеми полезными ему, яко благословися Твое имя, прославится Царство Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Благословляется, освящается приношение сие во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сие крещение воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляется, освящается приношение сие крещением воды сие священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.